Хей, окей, с вами Шумики, и мы продолжаем проводить игру под названием The Messengers. В прошлой серии у нас открылся... У нас, оказывается, есть карта, да, у нас открытый свободный мир. Теперь мы ходим, все ищем и пытаемся понять, что... А, смотрите, тут один? Тут четыре у нас даже было. Тут два из... Пока. Да дофига, смотрите. Только тут все равно не хватает. Тут 3 из 3, хорошо, в башне 3 из 3. Мне нужно в первую локацию вернуться. В деревне нельзя, мне нужно попасть. А я не знаю, у нас сейчас последнее, ребята, улучшение, да, где нам будут показывать все-таки, где находятся эти кристальчики. Думаю, пускай так будет. Ай. Так, вниз поехали. Тут что, секретка есть? Куда вы там прыгаете? Хотя в каждом временном пространстве может тоже быть одна херовинка. Потому, знаете, здесь такое. 50-50. Может быть ничего, а может быть все. Так, окей, мне нужен хил. Куда мне не попасть? Ай-яй-яй. Ну, черт. Так, минус. Так, дальше. О, хилка, хилка, хилка. А, зеленые. Что значит вот эти зелененькие? Что именно там оно находится? Так, стоять, кажись, я тут был уже. Портал. А, точно, я шупал и потом забирался, все вспомнил. Все, я вспомнил. Вспомнил. Или нет? Что-то я заблудился немного, мне кажется, даже. Куда я иду вообще? Куда я держу путь? Бля... А где я окажусь? Ладно, не так далеко. Хотя, стоять!
Мне далеко там, да, бежать? Блин, ладно. Мне нужно попасть в локацию с ниндзя. Поэтому мы просто бежим. Так, наверх, наверх. Здесь нужно подумать. Подумать, как не сдохнуть. Так, сохраняемся. Ага. А здесь у нас теперь... Такое, да? Побежали. У меня ускорение есть в воде, поэтому нормально. Ползем против течения. Давай, 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 давай. Готово. Интересно, боссы, да, вот? Осколки силы собрать все, и я что-то мощное получу, но мощное оружие. А что будет, если... Мне кажется, тут босс... Тихо. Босс, в принципе, один будет. Это вот этот повелитель демонов. И все. Ил. Полетели. Текс. Сейчас наша главная цель — вернуться в деревню. Ай. Ай-яй. Так, это где сейчас? Можно, можно, в принципе... Дайте, мне нужна полностью карта. Это я сейчас здесь, да? В принципе, погнали в город, потом сюда вернемся. И я возьму образ, который мне нужен. А это образ у нас будет будущего. И тут, видите, проход есть. Так, сохраняемся. Да, по спидране эту игру. Ага, хер там. Колючки, ловушки. Так, а это деревня, да, наша нынешняя? Наша нынешняя деревня.
Понятно, что я могу туда пойти. Я хочу в самое начало прийти. Если там ничего, вернуться. Так, и здесь мы начали свой путь, нашу игру. Хорошо, у нас тут ни хера нету. У нас нифига нету. Портал? Да ладно! Серьезно? А не будет считаться ли то, что я сейчас закончу игру? Надеюсь, нет. Наш чемпион вернулся, как складывает твои приключения? Все немного сложнее, чем я рассчитывал. Но музыка потрясающая. Так ушел слишком рано, мне следовало передать тебе силу истинного зверя. Истинного зверя? Этому приему редко обучат таких молодых воспитанников, как ты. Если, конечно, твой разум можно расширить. Но как я могу расширить свой разум? В этом тебе поможет чашка теплого астрального чая. Увы, несколько лет назад у нас закончилось астральные листья. Осталось лишь одно единственное семечко, но пройдут века, прежде чем чем из него что-нибудь вырастет. Отдай мне семечко, и я попробую что-нибудь сделать. Я надеюсь, что ты это скажешь. Ты получил семечко, осталось только найти клумбу и подождать несколько сотен лет. А где мне найти эту клумбу? Куда мне посадить семечко? Эй, старик. Куда мне посадить? Сюда я могу посадить где-то? Нет, не могу. Мы можем с таким образом побежать, короче, в этот. Дальше по локации. Нужно найти клумбу. Где можно посадить? Здесь посади где-нибудь. А раньше здесь этого не было. Или было? Не, было, кажется. А, я быстрее огня. Я немножечко быстрее огня. Окей, погнали сюда. Поехали. Сложности ноль. Сложность нулевая.
Бля. Что мне рубить? Где я могу посадить семечку? Старик, мне нужно посадить его где-то. Где-то там находится то, что мне нужно. Но мне почему-то кажется, чтобы получить, ну, не те листья, да? Хотя, может, о силе, которую он говорит, это посадить нужно древо. Куда? Куда мне посадить? А, я не могу понять, старик. Семечко твое на пройдутюка, прежде чем из него что-то вырастет. Только после порции астрального чая твой разум будет готов обрести силу истинного зверя. Куда? Куда мне садить? Ладно, давайте, короче, если такое все у нас запутано, в следующей серии я пойму, куда мне нужно это зернышко отнести. И... вырастим его, принесем этому старцу. Видите, они глупые, эти черепахи. Их можно даже не убивать. И как раз этот я могу узнать, где хранится. Только нужно вернуться в этот храм. Сейчас я узнаю. Сейчас я все, бля, узнаю. Улучшить. Зелье, не знаю, даже хил. Или тебя. Ну, блин. Сюрикен это такое. Так, карту. Ага. Вон оно что. А могу я или не могу? Вот в чем вопрос. Я хочу, понимаете, вернуться с самого начала, то есть с самого начала города. А меня туда не пускают. Говорят, не-не-не-не. Так нельзя. Хотя там большая локация открыта. О, наконец-то. Так, где там? Мне вниз нужно. Так, здесь нужно перейти проход. И вот здесь то, что мне нужно. Внизу находится. Порталыч. Бля. Давай, о, хил. Ту-ту-ту-ту. Я, куда мне это приведет?
Ага, у меня две развилки. Ой-ой, запутано как. Мне нужно понять, какое пространство мне да нужно. Все, понял. Заходим сюда. Сюда и вниз. Так. Это как обычно. Так, отхилился наверх. Так. Готово. Так, полетели. Оп. Но не успел. О, черт. Нота. Нота, нота, нота. Ты получил ключ надежды. Эта нота является из звучащих на протяжении прошлых веков фраз бесчисленных селян, что желали удачи гонцам, и она понадобится тебе для создания мелодии, снимающей проклятие. Вау, теперь мы можем снять проклятие. Это круто. This is круто. Так, ладно. Наверх. Уай, фух. Блин, а я не знаю, где зернышко это сраное посадить. Надеюсь, в следующей серии я пойму это. Я не хочу снова этот путь проходить. Божественный путь. Просто беги. Ха-ха-ха-ха. Так, стоять. Ага, я здесь. Мне нужно оно вверх. Мысли. Ты шо, жесткий? Эй, ты шо, жесткий? Э?
Квек. Давай, пуляй. Опять же, на этом же месте. Опять. Так, стоять, а как мне туда попасть? Только через верх. Только через верх и больше никак. Нам придется возвращаться за хилом. Да, готово. Куда он пропал? Вот куда он пропал? Так, вниз теперь мне нужно спуститься. Так, не тут. С той локации куда-то вниз. Вот, это локация. И где-то здесь нужно спуск вниз найти. Примерно я знаю, где этот спуск, но мне нужен портал времени. Так. Будьте любезны мне дать портал времени. А что здесь тоже босса нету никакого. А ну я тут могу забраться? Я не могу. И главное, фиг заберешь. Портал, где мож... А я не могу, да, сам переключаться меж времени. А, я могу, смотрите, здесь сделать это все. Все. Не побежали. И побежали. Да, придется много времени вот это лазить туда-сюда. Именно из-за порталов. В первую очередь. Так. Да, вон есть проход. Да, все-таки есть проход. Так, стоять, я что-то уже был. Нет. Я собирал его. Не понял. А как мне вниз тогда спуститься? А, точно! Вот так вот. Ауч! Все, я вспомнил. Почему я не мог там пройти? Вот такое.
Ай, бля. Мне нужно было, я понял. Я тупанул, ладно. И суть. Суть важно. Сейчас все сделаем. Тихо. Оп-оп. Готово. Кусок силы. Так, и давайте, короче, в следующей серии я начну с того места, где нужно вот это зернышко посадить. Только мне нужно портал. Мне нужен портал. Готово. Наверх. Так, отхилился. Все. Давайте, короче, здесь закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Так, на всякий случай проверю. Нет, я не могу это купить, поэтому... Всем пока.